Так, ну давайте, сегодня мы будем открывать вот такую вот игрушку. Construction Playset. Здесь у нас набор из четырех машинок. Четырех, да, Миш? Это что за машинка? КамАЗ. КамАЗ, а это? Каток. Каток, а это? Бетономешалка. Бетономешалка, а это? Миязу. Это подъемный? Подъемный кран. Сейчас я принесу нож, и мы будем открывать. Так, ну все, давайте открываем. Вау! Вау, какие машинки! Молодцы, молодцы. Ух ты, вот это да! Вау! А это что такое? Ну-ка. Ух ты! Так, вот эта вот коробочка, которая была, это основа, я так понимаю. Нет, давай машинки покажем. Так, машинки здесь у нас идут пластмассовые. Ну вот, например, я думала, они литые. Да, вот, например, бетономешалка, она литая, она не крутится. Вау! Так, ну это трак такой маленький, КамАЗик. Здесь кузов. Да, здесь вот литой корпус. Здесь вот такая вот наклеечка. Вот это я. Ну, хорошенькая машинка. Начинаем собирать. Начинаем собирать. Так, вот мы начали собирать. Очень много наклеек. Здесь также есть такой вот набор из знаков. Конструкция достаточно интересная. Сейчас соберем, покажем, что у нас получилось. Так. Яблоки. Что у нас получается? Вот такая конструкция. Так. Пока еще все в процессе. Так, вот такая красота у нас получилась. Во-первых, здесь очень много знаков. Таких вот ограничительных. Потом вот эти заборчики. Ну и что у нас здесь? Въезд. Вот такой вот шлагбаум. Да? Здесь можно машинки чинить. А здесь construction car park. Сюда можно заезжать. Вот такой вот гаражик. Да? Ну-ка, давай-ка вот так сюда заедем. Каток заезжает. Заезжает и встает. Так, здесь сидит дядя, который шлагбаум открывает. Вот так вот. Опа! Машинка едет, едет, едет. И вниз съезжает. Вот. А это подъемный кран. А здесь лифт. Можно тоже спускать машинку. Вот так вот. Так, а тут что внутри? Там место для гаража. А это? Кран. Очень красивый. Миш, тебе нравится? Да. Супер, да? Красиво.